дорогие наши зрители, а также поклонники нашего YouTube-канала. Мы рады вас приветствовать на нашей новости. Сегодня мы хотим с вами поделиться, к сожалению, с печальным известием. Нам стало известно о том, что сегодня рано утром на скорой помощи был доставлен в одну из городских больниц российский актер Евгений Миронов. Эта жуткая новость произошла сегодня рано утром. Нам стало известно о том, что Евгений Миронов попал в страшную аварию на воде, катаясь на водном мотоцикле. Он налетел на берег, где находилось много камней, и водный мотоцикл перевернулся. Пляжные спасатели, которые находились недалеко, вытаскивали его из воды уже в бессознательном состоянии. На данный момент он находится в больнице в очень тяжелом состоянии, за его жизнь борются наши медики. Мы хотим, друзья, поддержать Евгения Миронова, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Не забывайте, что вам просто необходимо подписаться на наш канал и проследить за нашими выпусками, которые выходят на нашем канале каждое утро. Будьте всегда с нами и до скорых встреч, дорогие зрители, на нашем YouTube-канале.